солдаты срочной службы воинской части 5511 Национальной гвардии Республики Казахстан сегодня также пришли на голосование. Как известно, каждый солдат вносит свой вклад в защиту нашей Родины. Сегодня они пришли выразить свою гражданскую позицию в рамках голосования на референдуме. С утра весь личный состав воинских частей регионального командования ШГС активно участвует в голосовании на референдуме по поправкам в Конституцию Республики Казахстан. Всего по региональному командованию ШГС функционирует 6 участков референдума, где участвуют не только военнослужащие срочной службы, но и офицеры и сержанты, и члены их семей. Процедура голосования проходит четко и по распорядку. Сегодня на избирательном участке номер 190, который находится в воинской части 5511 Национальной гвардии Республики Казахстан, солдаты срочной службы пользуются своим правом принять участие в референдуме по изменениям в Конституцию Республики Казахстан. Весь личный состав активно принимает участие в каких-либо инцидентов, происшествий за период голосования не случилось. Так как солдатам по 18-19 лет, сегодня они впервые принимают участие в голосовании. Сегодня, 5 июня, мы, солдаты воинской части 5511, впервые участвуем в голосовании в республиканском референдуме. Мы всегда служим народу, всегда на боевой службе. Стоит отметить, что в этот же день воинские части 5511 города Семей и 5512 города Павлодар прибывают молодое пополнение, где им представляют права на участие в голосовании на участках референдума на территории воинских частей. Айнур Хасым, Нурлан Уразалин, телеканал Семей.